бесконечные истории рассказывают о жизненных циклах некоторых природных объектов. Вот, например, бабочка. Бабочка отложила яйцо. Из яйца вылупилась гусеница. Гусеница питалась листком растения и затем в определенный момент превратилась в кокон. А из кокона снова вылупилась бабочка. И так далее. Вот эта рыбка, она появилась из икринки. Она росла, росла, стала взрослой. И взрослая рыбка отложила икру. На этой странице мы узнаем, как из яйца появляется курочка. Вот вылупляется цыпленок, он растет, растет. Здесь мы узнаем, как свои споры распространяют грибы. Здесь из икринки появляется головастик, а затем головастик превращается в лягушку. На этой странице у нас растут тюльпаны. Здесь у нас появляется медуза. Она появляется из маленькой клеточки, которая растет из песка, снова цветок. На стебельке появляется купол, который отрывается, и это оказывается взрослая медуза. Эта книга развивает мелкую моторику, помогает запомнить замечательные факты о природе и таким образом приучаться к чтению.